Всем привет, друзья! Вы на канале Дэн Бест. Сегодня мы с вами приготовим вот такое вот вкусное блюдо из сарделек. Ну, если есть у кого-нибудь сосиски, можно и сосисок приготовить. В общем, вкусное, быстрое и аппетитное блюдо. Поехали! Для начала сделаем соус, которым все потом будем обжаривать. Столовая ложка томатной пасты, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка сахара с небольшой горочкой, черный молотый перец по вкусу, 2 зубчика чеснока пропустим через пресс. И добавим еще 50 грамм воды. И хорошо все перемешаем. На сковороду добавили растительное масло, оно у нас уже нагрелось. Добавляем 1 маленькую морковку, порезал вот на вот такие вот немаленькие кусочки. И обжарим минутки 2. Добавляем 1 луковицу, тоже порезал на вот такие вот большие кусочки. И также минутки 2. Добавляем сосиски. У меня сардельки 2. Можете брать сосиски, можете брать сардельки. И еще минутки 3. Жарим все на среднем огне. Теперь добавляем 1 болгарский перец. Порезал вот на такие вот тоже немаленькие кубики. И обжарим пару минут тоже. Ну и вся фишка этого вкусного блюда — это соус. Добавляем соус. Мы не солили, так как соевый соус соленый. Ну, можете потом попробовать на соль, может кому-нибудь нужно будет досолить. Все хорошенько перемешиваем. И еще 3 минуты и готово. Ну вот и все. Вот такая вот красота получилась. Это очень вкусно. Легко и просто. Выключаем. Такое блюдо подойдет к любому гарниру. Будь то картошка, рис, вермишель, что у вас есть. Я сегодня отварил рис. И вот так вот добавляем нашу вкуснятину. Очень вкусно, советую попробовать. Аппетитно, быстро и сытно. На этом, друзья, все. Всем спасибо, кто досмотрел. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну и всем приятного аппетита, до новых встреч, пока!